Это результат аварии, которая произошла вечером 20 апреля. На кадрах видно, как медицинские работники на месте оказывают экстренную помощь пострадавшему. Рядом два отечественных автомобиля, передняя часть которых серьезно повреждена. На место прибыли сотрудники МЧС. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Подробности происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Вечером в Нефтекамске напротив дома 103 по улице Молодежной столкнулись «Лада Приора» под управлением 45-летнего местного жителя и встречный ВАЗ-2110, за рулем которого находилась 23-летняя девушка. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя были госпитализированы. Также в аварии пострадали 29-летний пассажир автомобиля «Приоры» и 24-летний пассажир с автомашины ВАЗ-2110. Просим всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах.